Тиреотоксикоз характерен изменениями центральной нервной системы. Раздражительность, моторное возбуждение, движение резкие, суетливые, речь быстрая. Появляется тремор конечностей, особенно кистей и пальцев. Увеличенная щитовидная железа смещается при глотании. Таким образом проводится пальпация железы. Большие пальцы рук врача позади кивательных мышц. Тиреотоксикоз часто сопровождается экзофтальмом. Появляются глазные симптомы Кофера, Грефе, Штельвага. Злокачественному экзофтальму сопутствует конъюнктивит, светобоязнь. Асимметричное выпячивание глазных яблок, симптом Мебиуса. Одним из признаков тиреотоксикоза и сопутствующего ему гипокортицизма является высокое пульсовое давление.